Почему необходимо заботиться о питании с юных лет, как избежать проблем с кожей и какие продукты следует полностью исключить из рациона? Ответы на эти и многие другие вопросы химкинским школьникам рассказала нутрициолог-натуропат Екатерина Агашкова. Если вы вчера что-то съели там сладкое, сильно углеводистое, и на следующий день у вас что-то высыпало на лице, я думаю, что вы можете соотнести одно с другим. И убрав этот продукт просто из своего рациона, уже больше не получать таких высыпаний на своей коже. Встреча прошла в рамках проекта «Мотиватор Тин», организатором которого выступает химкинское отделение организации «Союз женщин России». Каждая беседа посвящена интересной для подростков теме. Очень хотелось донести до них, что сахар – это все-таки не энергия, и углеводы тоже ими не являются. И чтобы перестроить свой рацион на здоровый, нужно употреблять достаточное количество белка, достаточное количество клетчатки. Наша главная глюкоза, ищите ее в фруктах. По словам постоянной участницы проекта Полины Бахмутовой, каждая встреча дает возможность узнать много нового. Мне было интересно узнать о том, какие продукты для человека опасны, какие вообще стоит абсолютно убрать из своего рациона, употребление которых стоит повысить. Добавим, что проект «Мотиватор Тин» реализуется при поддержке администрации Химок и централизованной библиотечной системы. В нем принимают участие общественники, деятели культуры, предприниматели и люди самых разных профессий, которым есть что рассказать школьникам. Задача проекта – дать молодежи знания, которые позволят им в дальнейшем быть успешными и здоровыми. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.